За два учебных месяца в рамках проекта «Читаю вслух» ученики начальной школы среднего звена, учителя и педагоги учреждений дополнительного образования прочитали отрывки из различных произведений. От Куприна «Синяя звезда» до писем Ивана Тургенева к Полине Виардо. Эстафету проекта приняли старшеклассники, которые читали отрывки романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Мы читаем не весь роман, потому что это было бы слишком долго. А берем только самое начало, первые две главы. И уже даже самой завязки достаточно для того, чтобы понять, во-первых, насколько непростое было время тогда, насколько было сложно людям выживать. Роман рассказывает об истории раскулаченной в 1930 году женщины из глухой татарской деревни. История жизни 30-летней Зулейхи уже по первым главам романа вызывает сочувствие. Произведение открывает ребятам ранее неизвестные страницы истории страны и людей, выдержавших жесточайшие проверки на прочность. Я таких еще не читала, для меня всем интересно. Это другая эпоха вообще, не на наш век, там интересные слова, интересные имена. Одна из главных задач проекта «Читаем вслух» – привить детям любовь к чтению. Каждый старшеклассник старался прочитать свой отрывок выразительно, чтобы другие заинтересовались, чем же все-таки закончится произведение. Достичь цели удалось не всем. Начало понравилось, но вряд ли буду дочитывать, потому что меня не так сильно зацепило. Я вообще люблю другие жанры, там, например, фэнтези. Следующая встреча в рамках проекта состоится 21 ноября в преддверии Дня матери. Читать будут произведения, посвященные мамам. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, служба новостей, Саров 24.